Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть God of War. Хорошая война. Это про скандинавского бога, бога войны. Я, честное слово, не знаю, как его зовут. Ну, в общем, про него мы играем. Дело происходит в мире скандинавской мифологии. Я думаю, правильно выразился. Ну что вы там ковыряетесь? Да идем уже! Так. Создать и сделать. Ага, замерзшее пламя у меня нету. Ну и ладно. И рукоять топора, знаете, тоже хрень полная, потому что тут то, что мне надо, этого всего нет. Ну, другой раз. Но зато есть что? Кодекс цель. Подождите, броня, подождите минутку. Плюс 6, ага, да хрен там, я, ага, сейчас в минус пойду нахрен вам. Вы дебилы, что ли? Так. Ну вот это да. Тут уж да. Прошу прощения. Так. Так, ну давайте смотреть. Ярость глаз, это уже хорошо. Плюс 5, плюс 5. Нет. Восстановление. Я вообще не понимаю, почему-то руны в минус-то идут. Что за херня происходит здесь? Посмотрите, у меня даже стрелка вверх не двигается. Стой, назад. Ага, а это у меня поставлено, поэтому вот. Ну тут тоже минус 5, ни хрена, подожди. Руны 5, но у меня не показано. И восстановление 5 тоже не показано. Ага. А, руны 5. Но восстановление минус 5, а руны 5 не показано. То есть все руны, которые у меня есть, сейчас в минус хреначат. Ладно. Ой, прошу прощения, я не для того сюда ставил. Извините. Так. Цели. Так, осмотрев клеймо на... Так, мы принесли... Так, так, он туда отнеси добычу и сходить. Заодно сам уточнил. Надо сходить, посмотреть, что там интересного. Твою ж мать! Честно скажу, я не в курсах. Кодекс, давайте кодекс. Цели. Нет. Помогите Брейку найти его мертвого друга Анвари. Но я так понимаю, он где-то здесь должен быть, как ни крути. Сейчас мы его, подождите, разделаем как бог черепаху. Это у меня. Ну давай. Берегись, отец! Уже можно идти. Да подожди ты. Ты думаешь, что тебя я не загашу? Да ты ошибаешься. Да. Порвал. Вот так. Всех порвал.
Да без проблем, сынок. Я даже за врагов не считал, даже всю эту кучу. Мне сейчас интересно, куда направлена наша дополнительная миссия, сынок. Честно скажу. Не знаю. Минутку. Минутку. Все-таки не сюда куда-то, да? Так. Охренеть, где-то еще даже на большее. Меня вытягивают отсюда. Пойдете или как? Да пошел ты нахрен. Давай, 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 давай. Ой. Ой, да, жизнь не сахар, ребятки. Ой, как не сахар. Хочу напомнить, что... Ох ты, подождите минутку. Хочу напомнить, что я собираю средства на видеокарту, сразу, так как я сразу позволить себе не могу. Поэтому вот собираю. Реквизиты вы найдете по внизу под описанием видео, куда перевести можно. Буду рад любой сумме, да, действительно, ребят. Есть такая тема. Когда подрастете, вы, может, поймете, что невозможно попустить своей семьей и все вбахать в железо. Такое не бывает. Иначе ты, ну, реально говно человек становишься. Вот реально говно человек. Неважно, отец ты, мать, ребенок или тому подобное. Но когда ты все свое имущество вбахиваешь в железо ради для того, чтобы устроить стрим, это не то. Я, да, я, конечно, по возможности вбахиваю. Я не больше для себя, сколько для вас. Да. Чтобы порадовать вас тем, как сказать, что стрим могу сообразить тот или иной. Вот. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрея. Так. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, да, парень, я бы тоже. В прошлом видео мы, кстати, дракона освободили. Кто не видел, гном-дракон. Очень рекомендую посмотреть. Где не стоит жалеть ни себя, ни навыки, ни что-либо. Как он его съел? Так. А что мы еще? Сюда заходим? Ну, честно скажу, пещеры до этого здесь не было. Вода ушла из-за того, что большой змей ушел. И вода ушла. Кстати, многие я узнал, сходил до своего друга, узнал. Он играет Diablo 2 Remastered. Кто не знает, это очень хорошая игра. Да. И самое, что приятное в этой очень большой игре, это то, что ты можешь играть компанией с кем-то. Не один в одиночестве. Как рукоблуд. А действительно, с друзьями можно собраться и играть компанией. Очень хорошая игра. Diablo 2 Remastered. Вот такая вот рекламная штучка. Да. Потому что у нас сегодня... Что у нас сегодня? У нас сегодня... У нас сегодня спонсор водка Легенда. Ну, вы уже ее должны были знать по моим видосам. Так. Водка хорошая. Голова не болит. Так. Понятненько.
Давай, ползи. Кстати, как я вижу, надо в определенное место подойти, чтобы он начинал какие-то действия. А то он не начнет. И это не первый раз, кстати. Оно вроде как и радует, вроде как и огорчает одновременно. Вот, ну встал, себя пока закинул, извините, ну я прохожу вот эти игры. Не нахожу, чтобы World of Tanks была более, как сказать, ректабельна сейчас, потому что про нее, да, много кто что пишет. Вот. Сейчас еще много будут писать про Готику 2, потому что выйдет, я как понимаю, тоже ремастер или что-то в этом роде. Так. Слушаем. Поболтай-ка с кольцом. Что? Я не слышу мысли колец. Оно говорит. Это Андвари. Ха, я знал. Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку. На него напал душеед, и, умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Молот? Кто-то щенниками-то молот? Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Давай! У меня же само все очко загорелось. Только откуда? Погоди! Вы входной камень-то не забудьте. Входной камень, блядь. Вот что ты загнул, который в последний момент предупреждает о том или ином действии, которое мы должны совершить. Говно-то я не друг. Ну давай, Андвари ладно. Не любит, когда берут его вещи. Мне наплевать. Я ему вот так не скажу. Так. Давай. Поползли. Вот так. Ударил. На. Блин. Вот так, зарубил, тварь. Давай. Пока нормально идем. Я справился, да? Еще бы. Сейчас я, подожди, возьму вот эту штуку зеленую, жизни поправить, и мы с тобой пойдем далее. Ни хрена себе, на полную, посмотрите, поправил жизни. Это как второстепенная миссия, я хотя и не хотел второстепенные миссии включать, например, как... убийство драконов и тому подобное, которые вы могли видеть в моих предыдущих видео. Но тем не менее, нет, нет, все равно придется. Я что-то вижу, наверное. Да, сейчас.
Так. Так, а как мне достать тебя? Так, минутку. Ой-ой-ой-ой-ой. Андрей говорит, тот гном был из его команды и погиб из-за его ошибок. Он грустный. Кого волнуют печали кольца? Да. И сынок там что-то старается, кого-то пыхтит. Ага. Понятненько, так, ладно. Предположим. Трума! Ой, ему не нравится. Он говорит не спускаться туда. Сын, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять. На. Вот так. Сейчас я этих эльфов спрыгну просто нахрен. Сзади! На! Вали эту падлу! Вали его, гуся этого грёбаного! Этот правосудие особенно твоего. Что, слишком, да, слишком перебор, я думаю, да? Ладно. Так. А это не поднимает, раз и нет? Нет, не поднимает. Так, минутку. Где-то здесь все это замешано. Смотрите, на дополнительной миссии у меня тут все завешено, замешано.
Спускаемся. Простые какие-то. Это кольцо. А как заткнуть? Так. Под водопадом взяли. Так. Так, собираем. Так, предмет собрали. Так, а что у нас еще тут есть? Давай, бери. Так. Ну, пока я правильно иду. Хрен знает куда, конечно, но правильно. И бродяга, приготовься. Ничего страшного, сына. Мертвый душеед. Откуда тут вообще душеед? Почему твоя вина? Сын, не слушай. Его трудно не слушать. Так. Так.
Так. Говорит, сундук связан с цепью ловушек. Это не важно. Мы возьмем все. Не вижу ловушек. А он вот уверен. Давай. Приготовься. На. Давай, криломай его нахрен. Понятно. Эти лошары были. Дилетанты. Так, ладно. Честно сказать, я даже не знаю, куда я зашел. Смогу ли выбраться отсюда, тоже неизвестно. Взял дополнительную миссию. Такой вот секретный сундук, кстати. Йотунхейм. У меня этот видео, видимо, будет посвящено. Так. Ну-ка давай. Иначе. Готов, что приказ.
Давай! Давай, я все взял. Теперь я захреначу нахрен. Тварину эту. Вот так. Мы сильны. А то. Ты что, сомневался в этом? Так. Сын. Отец, послушай. Андвари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. Давай посмотрим. Открывай ворота. Сынок. Так, а мы математику всю сделали, нет? Лежим, отдыхаем там. Да, с математикой у нас хреново. Так, запишу это в дневник. Лишать древних души и превращать их в домашнюю скотину оказалось на удивление легко. Они выполняли все мои приказы и, казалось, были напрочь лишены свободы воли, самосохранения и даже чувств голода. Но до тех пор, пока они сожгли беднягу Лита, от него не осталось даже души. Должно быть, отсутствие собственных душ побуждает их испепелять чужие. Мои пожиратели душ оказались чудовищами. Насколько я отправил в Муспельхейм по просьбе Суртра, боюсь думать, чем они ему понадобились. Еще одним отправился в Мосургуру в Конунгард. Но это глупец, мне безразличен. Куда больше меня беспокоит судьба Велундерских рудников. Молю, чтобы у меня хватило времени исправить ошибку. Так, да. Делаем уроки. Минус 17, минус 7. Так, это в минус идет. Это нам не надо. Ой, прошу прощения, у меня тут... Ага. Так. Вот у нас чего-то где-то чего-то непонятно. Так. У нас что, туннель завалило или что? Понимаю, как отсюда выйти уже даже. Молот и правда неплох. Андвари говорит спасибо. Андвари-то может и говорить спасибо, но мне-то, мать твою, от этого не легче. Зачем? Поговорим с синим. Давай. Вот так.
Так. У меня тут что известно из меня? Так, какая-то штука тут поднималась, тут опускалась. Твою ж мать, а как мне вот это поднять? Давай-ка посмотрим сверху тогда. Ага, там как-то подняться можно. Только где, как? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Подожди, мне вроде бы как реально придется. Нет, ну-ка давайте-ка я спущусь на всякий случай. Может, я чего не понимаю, но я понимаю одно, что если я сейчас могу не спуститься, я потом могу сюда и не вернуться. Ой-ой-ой-ой. Так, стражи и воины меня не пугают. Я уже столько перебил, как дай боже. То есть не дай боже каждому такое испытать, конечно. Так. Поехали. Поднимаем. Первого мы нашли, как раскрыть. Ладно. Смотри. Ладно. Так. Ну это же прекрасно. Так, склонись перед Тором. Моя жизнь была посвящена служению повелителя грома. Свое величайшее сокровище я зарыл там, где должно быть все обитатели Мидгарда, у ног бога грома. Сейчас, подожди, я проверю. Так. Вот еще одна. Опа. Уходим. Давай, сынок. На дополнительные задания идем. Вот теперь можно сюда. Что мы здесь видим? Что-то я не понимаю. Вы нашли молот? Или были заняты перетряхиванием всех закоулков? Ну и ладно. Вот, молот твоего алхимика. А дух его меня уже достал. Ха, Андвари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давай сюда, я его расплавлю. Что? Ты расплавишь своего друга? И дебил, что ли? Запертая душа сделает то, что я вам мастерю, еще мощнее. Не хотите, что ли? Отец, так нельзя. Вот, подержи. Так, иди сюда. Он правда очень полезный, честно. Вот здесь. Повторяем эти ладно. Слова. Если вот он здесь, правда будет строчках. Полезен.
А здесь вот повторяем вот эти слова, понятно? Ну, может... Вперед! Не спрашиваю. Это мямля, а? Да, ничего, перерастет. Да, уроки делаем именно так. Сваливаем. Еще надо одно такое место посетить, где не главное это. А Инварди поначалу был не слишком дружелюбным, но когда увидел мертвого пожирателя душ, минутку. Слушаю вас. Делаем. Проверяю. Проверяю. Каждый урок она несет мне. Хорошо. Обязательно. Хорошо, тебя плохо слышно. Все, давай. Мы делаем уроки. Конечно. Прекрасно. Все, давай. Уроки. Мы делали уроки. Мы делали. Как это делать? Делаем уроки. Поэтому давайте. Пожиратели душ в Ландсутерских рудниках. Кто понял, что был придурком. Думал, он почувствовал себя виноватым из-за того, что вместе с другими гномами ставил опыты над древними и случайно создал пожирателей душ. А тварь такая вонючая! Но его душа все равно заперта в кольце. Брок хотел его расплавить, но иногда бывает таким злым. Но я убедил папу не делать этого. И теперь Андвари путешествует вместе с нами. Папа даже никогда использует его душу в своих чарах. Наверное, неприятно все время быть запертым в украшении. Но Андвари не слишком жалуется. Я научился не обращать на него внимания. Я, конечно, долго торчал в глуши. Но с чего это мертвые стали воскресать? Нет, воскресить друга — это одно, а тут я не жалуюсь. Но у меня ощущение, что само царство Хель пришло в Мидгард. Ну, сказала, что или так. Это ясно. И главный нарушитель Один. Даже боюсь думать о том, что он сделал. Возможно, в этом замешаны валькирии. Да, это точно опасная игра. Вот так по кругу бегаешь, бегаешь. Даже Мимир не знает, почему в Мирлгарде бродит столько оживших мертвецов. Но он подозревает Одина и, возможно, валькирии. Да, вот ему-то есть что подозревать. Он видит прошлое, настоящее и будущее в разных мирах. Уж кто-кто, но он-то поди знает. О, чуть не забыл. Брок, это наш новый друг Мимир. Знаком. Мы знакомы. О, почему ты мне не сказал? Он у него спроси. Знает. У я меня? Знаю. У тебя это надо. Тихо. Купить. Хватит. Короче, я уже пожалел, что спросил. Да ничего, не ссы, сынок. Тебя не заставляет. Ладно. Да, тяжело с тобой.
Ну, что нужно? И прокачаться не могу. Тогда другой раз. Да пошел ты нахрен. Цели. Давай посмотрим, куда вот это нас выведет. Честно скажу, даже не предполагаю, куда эта хрень может нас завести. Давай. Здесь я собрал. Мимир, а можешь рассказать о великанше слухам? Это была Скади, покровительница охоты. Ее отца звали Тьяци. Он умел принимать обличие любых животных и обучил Скади охоте на них. Так. Из ребер животных она сделала себе вторую Куда пару ехать? Стоп, чтобы скользить по снегу и нагонять любую добычу. А моим подписчикам, а также тем, кто смотрит, напоминаю, что я собираю средства на видеокарту. Сам Один хотел взять ее в жены, чтобы она подарила ему... Не как алкаш на пьянку, нет, она реально на видеокарту. Но Скади его отвергла. Так. Оскорбленный Один поклялся отомстить. Пошли слухи, будто поэтому, Асов стал достать. Реквизиты в описании, внизу по ссылке. Золотые яблоки и самые то, чем может. Боги не могли его убить. Буду Один благодарен. Знал, что Скади обязательно захочет доказать свое. Еще разок попробую с другого края. И она начала охоту. Скади выследила орла там, куда могла добраться только она на своих лыжах, и пустила стрелу. Отправившись за добычей, вместо орла она нашла своего отца, несчастного Тьяци, убитого собственной дочерью. Ею овладели отчаяние и стыд. Ведь нет ничего более противного природе, чем убийство родителя. Да, мы недавно такого нашли. Скади покорилась судьбе. Одеяло вечной зимы накрыло ее вместе с отцом в прощальном объятии длиною в вечность. Печально. Да, боюсь, все истории про великанов плохо заканчиваются. Так. Минутку. Как сказать? Камень раздора или как правильно назвать, я не помню. Нет, ни хрена. Сейчас, ага, вы. Не на того напали. Вставай. На. На. Так, они умеют создавать ледяные стены и препятствия. Так. И прятаться за ними. Папа может бросить топор, и тогда стена расколется. А еще он может бросить топор на спину врагу, а потом вернуть его. Так, понятно. На.
Да стой ты, а сейчас. Давай. Иначе его впадло. Давай. Тварь, на тебя целый камень воскрешения потратил. Скотина ты вонючая. Они мощные. Так, эти огры мельче обычных, зато умеют прыгать намного дальше, а еще они воняют. Интересно, что это такое? Ну, огры есть огры, как их ни крути. Фрейки тому подобные. Всякая подобная хрень. Крепко заперто. Нет, это мы не умеем скрывать, это я точно знаю. Так. Так. Ага. Давайте посмотрим, что у нас может быть из знаков. Первого увидел, разбил. Так. Вторую разбил. Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки? Ай-яй-яй, девчонка. Топай, топай по дорожке. Так, ладно. Вкусняшки, да, кушаешь? Ну, кушай, кушай. Ты хочешь? Ты хочешь? А потом, подожди, я сначала запишу. Ладно, солнышко. Да, мы с дочерью записываем вместе. А там мне никогда не помеха. Это, кстати, даже с одной стороны очень даже интересно и увлекательно, когда ты записываешь любое видео с поколением, которое разнится с тобой, либо старше, либо меньше. Поэтому это очень увлекательно, как бы не кряхтели, не пыхтели и тому подобное люди. Это действительно... Дочь, отец, мать, сват, брат. Это не важно. Это уже интересно. Поверьте мне. Когда разные поколения. Да. Стал лучше. Так. Ага, понятненько. Вытащил. Ха-ха, легендарный предмет, так. Я думал, конечно, оттуда враги выйдут. Ну, ладно, обошлось все. Как видите, мелко кровью, так назовем, наверное, это. Фу!
Так. Поднимаю. Так, подождите. Так, ладно. Это что-то необычное. Блин. Что-то я не понимаю или что? Понятно, так он с той стороны находится. Бежим. Так, еще немножечко. Ой-ой-ой. Труля-ля, съели рагу. Труля-ля, гу-гу-гу-гу. Пока я делаю правильно все, потому что по-другому здесь никак нельзя. Так. Я рядом. Да. Так. Нет. Наверх.
Так. Твою ж мать! Прошу прощения. А где третья-то? Штука-то. Уничтожение. Для... Сейчас, минутку. Для открытия замка. Хорошо. Ну, дочь заботится обо мне. Это приятно. Приятно, когда тебе вообще кто-то заботится. Дочь, жена, мать... Неважно, отец. Прячем паром, конечно, да. Не буду говорить, что легко, это все просто сдалось. Вот так. Так, теперь куда? Так, куда? Сюда. Что еще у нас осталось здесь?
сундук. Так, и мне еще надо камень, да, откуда-то стащить, чтобы туда поставить. Ну сейчас будем думать, откуда стащить. Откуда можно стащить? Так. А где у меня камень? Понимаю. Тащим, тащим новый камушек. Что ты мне предоставишь? Подожди, подожди. Что-то нахапал. В зависимости от типа удара папа может от него уклониться. В горизонтальном ударе лучше ходить назад, а от вертикальных в сторону. Это мы знаем, это естественно. Так,
7 из 10 разрывов, да? Ну как бы то ни было. Ну что ж, я думаю, на сегодня все. Да. В плане действий мы, конечно, не продвинулись. Но зато мы продвинулись в плане своего прокачивания. Такое вот короткое видение. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Вот, ссылка, если хотите вдруг донат сбросить и тому подобное, в описании. На этом все. Пока!